7-9. Привет, Латини. Здравствуйте. Офигеть. Магнит на мать, серьезно. И Excel старт. Вуф. 7. R74PM. Такой фильм «Алерт» — это из сериала «Патриот». Не путать с ТНТ. Другой «Патриот». Что за жабка? Просто жабка. Так, мне нужен ключ. Ну, кстати, неплохие статы, по крайней мере. Ну и лошадь это все же бешеная имба. Лошадка реально имба. Тринка хорошая на дьявола, по идее, но я не знаю, иду ли я на дьявола. Но она дает, правда, шанс на сделку при этом. Так что, наверное, все равно можно с собой ее забрать. В принципе. Нужен ключ. На XR могут реально выебать тем, что у тебя ключа не будет. Бывает очень мало рум и типа денег нет. Ну, светлая, конечно, мощнее. У нее же типа там этот лучи хуярит. Потому она намного сильнее темной. Причем и даже заряд теперь одинаковый. Раньше у них типа был заряд разный. По-моему, у белой был заряд, по-моему, 6 рум. И потому она была полубесполезна в плане этой атаки. Потому что ну, 6 рум заряд это очень долго. А сейчас с кайфом. 2 румы заряд на эту лошадь это просто ну, безумие. Ну просто видимо решили редкий айтем, поэтому пофиг. Ты в принципе ее видишь, но очень редко этот айтем. Ёпты мать. Чуть-чуть в нос не пернули. Угроза. Шарен только у Идена или с конквеста, которого ты раз в 1000 лет видишь. И обычно уже под конец рана. Ух, ключ. Вау. Больше хуёвых активов в игре. Хочу еще их больше. Да, если найдешь 9 вольт, то будет вообще хорошо. У тебя будет лошадка в каждой руме. Будет совсем приятно. Мне кажется, ключ будет первый и последний, да, в этом ране. На этом этаже. Похоже на то. Тут ключа, похоже, не было. Хотя в мешке в теории был, но это не факт. Да, реально. Один ключ упал ровно. Просто ровно один ключ. Забавно. Забавно. Это был почти суфлок. Нам повезло. Ну да, на флеше было чаще. На флеше было сильно меньше боссов. Ну, лошадь реально стала полезной только в этой игре. Прям сильно стала полезнее. В сундуке? Ну, у меня ключа бы не было на этот сундук. Если бы не было ключа, как бы я его открыл. Так, бомбы я так зря пушу. Это плохая идея. Перед Эмбарус. Я нахуй доиграю с этой ебаной бомбой. Хватит так, блядь, пушить. Идиот. Не трогай их.
Ну, в флешайтах уже так лет 8 не актуален, если не 9. Зачем делать стрики на мертвой игре? Если есть актуальная версия игры. Да, хорошо. Сливка удалена. Так, ладно, я вроде не жалею, что пошел сюда. Тут хп дают часто, поэтому, наверное, есть смысл идти на сделки с дьяволом. Так уж нормально. Так, ну бомбу я не буду тратить. Хотя, подожди, бомбу я буду тратить, наверное, на магаз. Класс, 6 копеек, охуеть. Охуеть, ну ладно. Я в дверях запутался. Слишком много дверей. Найс. Ера. Ну, еру пока заерим с собой. Потом посмотрим. Так, это можно сделать, подожди. Смотри. Смертельный номер. Мне кажется, я просто сейчас в двери из-за этого не пойду. А, нет, можно реально, окей. Кайф. Окей. Получилось. Удобно. Опять арбузим, ну маленько. Не сильно, не сильно. Ну а что батарейку тереть? Чё я там без дела оставлять? Генитальный мув. Ладно. Хочешь бомбу? Хороший мальчик. О! Это бессмертие. Ну, типа. Ну, типа, конечно, не бессмертие, но нормально. Хорошая такая подстраховка на ласта. О, моя любимая рума. Тут я подыхал в этой руме как-то раз. Приятная комната. Кстати, здесь проход есть. Хорош, черешься. Магнит руина. Он его не в ту сторону сдвинул. Сраный магнит. Очень легкий. Все забываешь, что здесь реально есть вес у врагов. Поэтому магнит кого-то легко тянет, кого-то не очень. Он пенал хорошо, он трахает. Туда-сюда он его носит. Этим магнитом. Будет две румы, да, походу? Да. Две комнаты. Это скучный демедшап. Ха, а это веселый. О боже. Это может быть проблемой. Это может стать проблемой. Ну, нам нельзя дали хардбрейк, правильно?
Хардбрейк дали нам вовсе не зря. Теперь он может даже пригодиться. Бля, это будет странно. Ладно, пофиг, поехали. Ну хотя... Вроде особо ничего не поменялось. Так, по ощущениям. Ладно, может, маленько поменялось. Сойдет. Жестко. Я не буду бахать этого шопкипера. Бомбу лучше оставить. Кайф. Типа вака-вака, да. Что-то наподобие. Причем даже хуже, чем вака-вака, наверное, кстати. Тут же все слезы остаются на экране. И они все, по идее, притягивают, да? Наверное. Я думаю, даже более худшая версия вака-вака челленджа по факту. Блять! Мать его унесло. Боже мой. Окей. Блять! Я все же прохнул хардбрейк, ладно. Окей. Ну я бы, конечно, не пошел без хардбрейка. Так что ладно. Лучше большего не прокать, это я не хочу на 3 хп играть весь ран. Ладно. Уходим отсюда. Но это будет жесткий ран. Это будет жесткий ран. Вообще посмотрим. У меня сделки будут хорошие, по идее, с дьяволом. Может, там что-то найдем, чем это можно переделать. А чем это можно переделать? А ничем. Ножом, да, только, наверное. Брим будет еще хуже, наверное, сделает. Штампоп все еще останется. Господи, а можно в тебя попасть, охуеть? Все мимо. Бля, там Убер срает. Я, блядь, хотел купить... А, у меня хп максимально ебло. Never mind. Привет, Шварц. Вот в чем проблема. Проблема. У нас проблема. Как же ему нехорошо-то. Ему очень сильно нехорошо, по-моему. Не, не хочу таблетки есть. Все же. Надо просто в свои слезы не идти. Желательно. И все будет неплохо. Ебать ты диагональщик. Так, а этому рума нужна явно. Крыса Скай еще один. Окей, бомбу надо брать.
Как же у меня глаза болят от этой хуйни. Жесть. Че их так плющит-то? Сюда можно сходить. Бля, нет автомат на деньги. Ладно, пофиг. Привет, слот. Дэмэдж. Надо было на SD прийти, ну хотя ладно, пофиг. Вроде не смертельно. Еще локдаун. Ладно. Кому эта удача нужна? Явно не мне. Механика есть, есть исповедальна. Конфессионал. Там можно ХП починить. Ты же он во время дэша доджил. Мне хосхед прокнул во время дэша лошади. Эпичная хуйня. Эпичная хуйня. Бля, я жду клатча, реально. С этим попом и магнитом. Вот смешно будет, наверное. Как-то вообще будет смотреться. А, не клатч. Эх. Какая жесть. Так, я не могу юзать алтарь. Ну-ка. Еще больше терзы. Шикарно. То, что надо. То, что надо. О, господи. Так, это все еще не все, да, кнопки? Вот еще одна нужна. Имперор — это хорошая карта. Кто там говорил про Ваку-Ваку? А вот и она. Бля, Тик, уйди нахуй отсюда. А, я Крумбы не прошел. Логично. Зачем кнопки? У меня бомбы нет даже второй. На дверь в любом случае. Плюс я бомбы не хочу тратить. Их и так мало. Еее, ключи. Так, Ера у меня все еще есть. На что бы ее повязать? Пока вроде не вижу, на что бы ее можно было повязать. Ладно. Тут сейчас будет кнопка. Получается все. Выходит все.
Ну-ка. Четыре хп остается. Ну либо хп. У меня нет хп. Сколько раз убивал Гидона хаус карты? Немного раз. Может быть пару раз. Я не так часто в Альтраут хожу, тем более с хаус картой. Надо быть аккуратнее, потому что мы на самом деле можем умереть. Без шуток. Не реже, чем хаша хаос карты. Это все же, думаю, неправда. Здравствуй, кот сметанки. Ну, хаша, ты на локах бьешь чаще все же. Ну хотя ладно. Не чаще, чем. Ну хотя нет, хаша ты видишь больше, чем Гидеона, наверное. Все-таки у тебя всегда это есть хаш. Как цель, которую нужно пройти. Бля, лошадь опять угнали. Опять угнали лошадь. Всем, поехали. Эмперор есть. Красиво. Билд, главное, вроде приятный. Хотя бы билд сильный реально при этом. А, даже с полетом, да, не пройти. Все, нужно хуйню делать. А, все уже закончился. Ну-ка. То, что я и хотел. Что? А. Его туша не сдохла. Не заметил. Маппинг. Чё маппинг? Ну, вообще-то можно зафармить, там это есть. Там автомат есть. Бля, дайте лошадь, алё. Ладно, сам верну. Глупая игра. А, блядь, не, я потом заберу руки. Так можно сделать. Кайф. Так все быстрее, блядь. Деньги сами ко мне идут. Удобно. Намного удобнее. Так. Еблан? Я!
А какого хуя она не взялась? What? Я ж помню, на этой хуете стоял. А какого хуя оно не подобралось? Я ж прям стоял на этой хуете с картой. What? Что за ебланство? Не, а почему оно не взялось? У меня же деньги были, я стоял вроде прямо на карте, нет? Если тебе бомбы нет, чтобы забрать лошадь, лу. Там бомба нужна. Странная хуйня. Ну ладно. Хуй с ним. Где чё упало? А где чё упало? А, тринкет упал. Так. Тринкет. Нужна бомба. Ну, рюкзак, да, немного не вовремя. Опять что-то упало. Где что упало? А, тринкет. Опять тринкет. Дайте бомбу. Или там была бомба в магазине, я не помню. Может быть, была. Ладно. Это все же получше будет. Может, даже лучше лошади. Смотрим. Ладно, лучше вибега, наверное. Если будет бомба. Просто ебанись. Реально не будет ни одной бомбы. Называется, оставил лошадь. На самом деле это даст полет. Может, эта хуйня прокнет. Класс. Класс. Пустые румы. Ладно, это не пустая рума. У меня же рюкзак. И что? Так, нахуй я читаю чат, господи. Дайте мне эту руму пройти. Так, дали полет, заебись. Не, я не буду этой хуйней заниматься. Открывать сундуки сквозь эти ебаные шипы. Так, это забрать. Оп. Жестко. Не, блин, было бы на смешно надо получить сейчас, наверное. Стоп, они в меня стреляют? Инкуб и глаз. И глаз уже вроде нет. Какой смешной босс. Какой смешной босс. Нельзя было вообще в нее стрелять, походу. Это реально смешной босс. На магнит. It's like she's fucking five. Пикар, спасибо за 100 рублей, за сердечко. Обе активки видимые сделаю. Не, лень. Просто забудь, что у меня две активки. Просто не думай об этом. Чать осужденка где? Вижу. Осуждаю. Опять ебаный чат не работает твича. Опять надо все перезагружать. Все равно осуждаю. Эти стало лучше вообще не использовать.
Не надо дурачками прикидываться, как будто первый день здесь. Это никому еще не помогало. Кстати, книжка. Книжку нажимать. В двери не попадаем, а там была батарейка. Так, тебя пора просто отсюда удалять. Ты просто какой-то долбоёб. Окей. Так. Все, уходим отсюда. Лопата не нужна, лопата еще и поломает корону. Будет совсем плохо. Спасибо за полет. Скидка за скидку. Так, я опять забываю про книжку. Я сам ее не вижу. Так что забить. Теперь мы вместе не видим активку. Теперь все честно. И я не вижу, и вы не видите. Мы наконец-то в этом плане уравнялись на стриме. Да ну какой рип? Что-то бред. Тут ранд сильный. Тут рипом вообще не пахнет. Как-то... Да так что-то меняет? Можно попробовать убрать поломанные контейнеры. Походу я один уже убрал. Да? Я, по-моему, потерял. Ты сейчас, по-моему, дэмэдж. Что, видимо, все. Один потеряли. Ладно. Будет лошадь на сердце. Ну-ка. Какая грязь. Ай-яй-яй. Чё ж происходит-то, блядь? Какой кошмар. Как же, блядь, ебошит. Ох, ему почивот. Ты сегодня, что ли, будет? 30 дней, 22 часа. Забавно смотрится. Так, лошадь. Будем праздновать. Как это можно праздновать? Заказом гачи аниме, блять, я два раза поебало получил. Или будем всех банить. Тут одного уже отправили. В честь праздника. Бесплатные баны. Можно съесть.
Жестко. Мухи легкие, да. Ну, сейчас, конечно, на матери будет интрига, насколько это вообще будет играбельно. Это прям будет жесткая интрига. Ну вот, скоро его узнаем. Какой же классный босс. Какой же классный босс, я нихуя не вижу вообще. Хочу ли я еще больше тирейта? Причем это будет меньше тирейта, я же потеряю корону. А, не хочу. Гусь будет хуже. Ну, то есть, возможно, будет лучше, но это не сразу будет. Надо много поебало получить, чтобы было лучше. Этого делать тоже не хочется. Пиздец, это дегенерат. Заебись. Ладно, пошли фармить, наверное. Мне теперь хп не хватает. С мальчика теперь можно вроде пофармить, судя по всему. Теперь вроде хп, если денег хватает. Найс, дамадж. Окей. Какой же смешной билд все же. Но в целом-то он полезный в основном. Я так смотрю, в целом-то больше от него пользы, чем вреда. Они все в основном от меня улетают, типа, в сторону. Так ж нормально. Но вот что на матери будет, я не уверен, как там это будет работать. Я прям очень сильно не уверен, как там это будет работать. Ну, скоро узнаем. Скоро мы все узнаем. Adult dead health up, да. Даже с фолс ПХД, наверное. Не знаю. Возможно. Видимо, видимо пуберти не удаляется фолс ПХД. А! Вот теперь я, наверное, беру. Ладно, вот теперь я беру хуйню. Окей. Привет, микро. Ладно. Теперь, наверное, это оправдано. Пускай будет так. Так. Проходим матч через бомбы. Маловероятно. Маловероятно. Прям сильно маловероятно. Я знаю, импера, я хочу зарядить книжку, у меня не фул хп. Я знаю про импера. Красиво. Полетели. А, ну походу на слезы оно никак не работает, да? Да, нормально будет. То есть атаки у матери вообще особо не меняется от этого. От этой хуйни.
скукан. FP 1.5. Да. Это так работает? Это так работает? Подождите. Wait. Стой тут. Не уходи, мать. Стой тут, подожди. Удобно. Отпусти, ну блин. Нет. Так сильно удобнее, по-моему. Охуеть. Вот где, получается, билд-то это засиял. Вот он где засиял. Такого я еще не видел, чтобы настолько оно утягивало. Не может убежать. Просто я, по-моему, дамажу ее мало при этом. Мне кажется, я и не сильно. Ну, хотя, не, вроде, моргает вроде. LOL на вамп. Пробой руина? В смысле, думаешь, без пробоя было бы не так? Ну, хотя да. Наверное, без пробоя было бы не так. Ге. 7-9.